год в России настоящий праздник живота. Столы ломятся от угощений. Оливье, селедка под шубой, заливная рыба. В преддверии праздника мы решили пройтись по нескольким торговым точкам и посмотреть, что предлагают химкинскому покупателю. В качестве эксперта пригласили Ольгу Кирсанову. Мать пятерых детей лучше остальных разбирается в том, какие продукты подойдут к семейному застолью, а какие следует обойти стороной. Присмотримся к ингредиентам для самого новогоднего салата – оливье. Его дети Ольги любят больше других блюд. Отправляемся к прилавкам с овощами. Обращаем внимание на внешний вид. Например, огурцы Ольга привыкла брать с тонкой кожурой, а клубни картофеля – молодые. Заглянем на полки с колбасой. Классической докторской мы, увы, не нашли. Зато велик ассортимент простой, как говорят в народе, варенки. Намотав не один километр по супермаркетам города, Ольга принимает решение ехать на рынок. Фермерской продукции, говорит, она всегда доверяла больше, чем магазинной. Как выяснилось, не зря. Здесь, на рынке у станции Химки, кажется, есть все, что нам нужно. А можно нам докторской со сливками? Вот этот кусочек, наверное. А еще берем десяток яиц от фермерских курнисушек. Свежую зелень, натуральные овощи. Продукты – это фермерские продукты, которые без всяких добавок ГМО и всего остального. То есть у нас фермерское мясо, у нас домашняя молочка, у нас для новогоднего стола очень большой выбор продуктов. Семьи с детьми могут к нам приходить, не бояться делать у нас покупки, так как в наших продуктах нет никаких вредных добавок. С полными пакетами уезжаем домой. Начинаем готовить самое новогоднее блюдо из всех возможных. 3-литровая кастрюлька. Да. И за ужином хватает всем, чтоб добавочка. К новогоднему торжеству Ольга планирует приготовить несколько салатов, горячее и закуски. Кто не любит вкусно поесть? К тому же в праздник. 10 000, я думаю, нам хватит на новогоднюю ночь 2022 года. К приготовлению еды Ольга всегда приобщает и своих детей. Сегодня роль помощника выпала Ване. Давай. Ой, какой красивый. Прям весь, Вань. Весь. Ну вот, оливье готов. Время снимать пробу. Как всегда вкусно. Да, ты как всегда вкусно готовишь оливье. Спасибо. Тестовую проверку салат прошел. Теперь осталось дождаться домашних и отведать блюдо всем вместе за одним столом.